Всем привет! Продолжаю работу над своими дверьми. То есть, что я хочу сделать? Сделать вот такой вот узор, добавить. Для чего я хочу это сделать? Во-первых, немножко будет симпотнее они выглядеть. Во-вторых, полотно у меня повело, так как я не являюсь специалистом. Все-таки повело у меня полотно. Сейчас я покажу уже готовый образец. Вот такой узор я добавил на двери. Двери уже немного поржавели. Ну вот, такой рисуночек я решил сделать. Думаю, что так будет выглядеть лучше, чем без него. Вот на этих дверях видно, здесь я делал прихватками. И мне не очень нравится, как это выглядит. Это либо надо было шпаклевать. Тут я решил сделать на болтики. Просверливал отверстие. Вставлял шпильку и с этой стороны прихватывал. Так, как я делал узор? Ну, в принципе, здесь ничего такого сложного нету. Единственная сложность была вот сделать вот этот узорчик. Начертил такое, что и самому непонятно. В общем, потом пришел к выводу, что просто взял от руки, начертил линию, приблизительно одну и вторую. Потом отчертил по диагональке и точки. Показываешь. Конечно, и тебе тоже. Ты же тоже будешь учиться? Ты скажешь всем привет? Маши вот так. Привет! Привет! Ну, а потом вычислял радиус. Так, как я гнул? Есть у меня такая приспособа. Вот когда я делал такие решетки, сделал вот такой вот я шаблончик и по нему уже выгинал. Понятное дело, что радиус там более такой крутой. Можно было бы сделать шаблон и идеально выгнуть. Ну, это бы отняло много времени. Металл все-таки повело у меня, когда делал двери. Вот видно, есть зазоры. Ну, думаю, с помощью болтиков я немножко подровняю, вытяну его. Вот такую вот я шпилечку взял, 4 миллиметра. Наверное, придется по очереди делать. То есть просверлить одно отверстие, приварить, прихватить. Потом вторую. И она так будет правильнее. Так, вот я снизу поставил шпильку. Сейчас я сверху просто прихвачу. Снизу вот накручены гаечки. Прихватываю, потом обрезаю. И так дальше. Просверливаю здесь отверстие и креплю. В процессе работы придумал такой лайфхак, хотя мне слово это не очень нравится. Отрезаю вот эту шпилечку, снизу вставляю, но наш будет падать, и вот такой магнитик маленький подставляю, и шпилечка держится. Вот смотрите, шпилечка стоит, а снизу магнитик подцепил, и все, не надо держать. Очень удобно. Что мне остается? Теперь прихватить вот эти детали, Ну и, соответственно, все стыки пройду, зачищу, откручиваю назад, переворачиваю, прихвачиваю с другой стороны. Ну и, в принципе, готово под покраску.
обварил с другой стороны, зачистил. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Следующий этап — покраска двери. Да и уже надо заниматься своим домашним строительством, гаража и бани. Кто не видел, можете посмотреть. Ну все, всем пока и всем весеннего настроения.